Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Добро пожаловать в Нижнекамск. МЛБЭТ, первая лига, 12-й тур. Нижнекамский нефтехимик на родном стадионе принимает «Акрон» из Тольятти. 9-й Владимир Марухин, 20-й Константин Базилюк. Мяч послал, Котов в замах и в итоге с правой пробил сейчас Павел Котов. Чуть мимо. Передача вдоль штрафной. И технично Школик в нижний угол не попадает. Первые 45 минутки. А вот вторые таймы это уже более удачно. Школик головой. Ой, как здорово-то сейчас. Атаковал Игорь Школик. Футболисты нефтехимика. Удар Галиуллина. Реагирует Волков. Но вот жаль, что никто на добивание не подоспел. А так, в принципе, ну и в принципе все. Нет, Школик в центре. Один удар. И Волков тащит сейчас. Ну вот казалось, что уже... заглохла нижнекамская атака, но прошла эта передача. Внимательно следил. Еще одна передача в центр. Палиенко бьет. Палиенко! 1-0. Максим Палиенко открывает счет в этом матче. Вот они какие эмоции Максима Палиенко. Ну тут, наверное, и Лев Яшин бы не выручил. Голубев пытался достать, но слишком уж... Камсы для тольяттицев не самый удобный соперник. Но вот, может быть, сейчас Берников. Удар поворотом опасный. И выручает Сергей Волков. Выловил он там мяч из девятки. Очень здорово. Пока свистка нет. Ну вот и он. Вот и он. Ну что, поздравляем тольяттинский «Акрон» с победой в этом упорнейшем матче.